31 июля. Главная цель сегодняшнего дня – пересечь Исландию с юга на север и доехать до озера Меватн. Ну, конечно, не просто так пересечь. По дороге будем останавливаться у прекрасных водопадов. Центр Исландии – это сплошная каменистая пустыня. Здесь никто не живет, здесь ничего не растет, не водятся животные, не летают птицы. Здесь нет ничего, и только вездесущие туристы иногда встречаются на пути. Где-то в самом центре этой пустыни находится небольшой лагерь рейнджеров. Когда мы подъехали, один из них подошел, задумчиво посмотрел на наши машины и сказал: «На них вы дальше не проедете». «Как не проедем? Мы ведь полдня ехали сюда. Что же делать? Возвращаться назад?» Потом, немного подумав, сказал: «Ладно, езжайте за мной, посмотрим». И мы поехали смотреть. Когда мы подъехали к опасному разливу, там уже на наше счастье работала строительная техника. Рейнджер сказал, что поедет проверить дорогу, предмет ее готовности, и потом сопроводит нас через разлив. Проехал он без всяких приключений. Судя по всему, сейчас поедем и мы.
Похоже, нам крупно повезло, что подъехали дорожники. Иначе надо было бы возвращаться назад. В общем, переправа прошла гладко. Дальше никаких сложных мест не было. Мы поблагодарили рейнджера и поехали дальше. Thought they were made for each other. Won't be thinking of one another. Never thinking just for one second. She'd take a different attraction. We don't want them. We don't want them. We don't want them. Oh no. We don't want them, we don't want them, we don't want them, oh no. Take the world without you, take the world without you, take the world without you, take the world. What's the point of breaking my sleep? Oh, one of you can let down my guard. Well, you know what they say, yeah, better that way. So, you better hush and walk away. We don't want them. We don't want them. We don't want them. Can't go on without you. Woo.
I can't go on without.